Так, пока только Субару, никого нету. Там возле Бэхи, там может там колеса, что-то. Может колеса снять хотят. Привет всем. Привет. Как? Нормально, а ты что не в Чернигове? Не, я так, только освободился, да приехал. Блин, так у тебя модная машина, слышишь, это твоя? Да. А где Land Rover? Все, хватит. Продал? Отдыхает. Устал? Да. Блин, так у тебя модная, ну поехали, что мы будем сидеть? А еще пацанов ждем. Что подъехать же, ребята? Да не, какие пацаны, поехали. Застрянешь, они и подъедут. Он нам проводи не нужен. А ты на ходу обрезал, да? Так, а ты спустился уже или нет? Спустился, красавчик, подготовился. Сейчас будет экшен. Защита обода. Не, ну это круто. Так оно это и защита, и подгребает. Оно же... Дополнительный это. Царапается, да? Конечно. Вот он, один жесткий резкий джипер. Нет, так это нормально на этих колесах смотрится, кстати. Просвет шикарный. Ох, блин, да, сейчас вреет, конечно, классно. То, что доктор прописал. На фильтр с тобой брать надо на звезду. Ну да, и на голову мокрую тряпку. Че ты ближе к Субару не подъехал? Ёханый бабай, дождались, блин, какие машины, ну их мало доехало, выезжало 27. Это же Нива, ёханый. Это Нивы, не каждая Нива может доехать до покатухи. Привет. Видишь, Руслан, как надо ездить, белый этап. А где твоя Нива? Она поломалась по дороге, привет. Привет. Одна Нива не доехала. Ладно. Привет! Вот это модная Нива, вообще какая-то очень модная. Красивая какая. Что тут есть внутри? Сиденья тоже нету, елки-палки. Багажник сзади. Ковров, как обычно. Короче, внутри все Нивы, которые у нас сегодня, они внутри все жесткие, одинаковые. Все на шинах одинаковых каких-то. А у тебя есть сзади сиденья? Нет. А ну покажи. О, тут, блин, и тут нет сидений, блин. Тут еще жестче. Не, у него тоже нет сзади сидений. Не, есть на белой. А, не, на ней снято, кажется. Лебедок нет. О, вот это интересно. Так, ну это жесткий пилот. У него был Land Rover раньше. Опа! Ёлки, он даже до нас не доехал. Мы далеко ушли с тобой. Давай за пару. Клиренс, колеса маленькие ты купил. Лоханулся, ёлки. Правильно он поехал. Давай, тут хорошие места. Так это наоборот лучше. На Прадо и на МЛе тоже не было лебедок. Это развивает мышление, когда нету лебедки. А не, ну там зато колеса большие на зеленой, смотри. Какой красивый цвет, вообще обалдеть просто. А он домой уезжает, смотри. Он сваливает. Думает, ну вас, елки. Прикольно это выглядит. Выйди, посмотри, что ты наделал. Сюда, сюда иди дальше, с этой стороны смотри. Все колеса. Слышишь, АМЛ дальше проехал в этом месте. И Прадо. А что, ты думаешь, вытащишь его? А у тебя усиленное все там или? Мосты с Чироки? С Нивы? Нива спасает Ниву. Да нет, ты шо, да это внедорожник. Ты шо? А уже поедет. А он понял, он к Land Rover'у привык, а тот тихоходный, он теперь жмет на газ по жесткому. Куда ты как МЛ, правее бери. Да не, ну там Нива серьезная, это очень известная Нива. Подготовлена по высшему разряду. Ого, повалили. Так мы их так и не догоним. Ёлки-палки. Все проехали. А звучат как круто. Садитесь вот сюда назад.
Садись назад, Федя, ты на запаске еще не ездил. О. Твой выход. Блин, смотри, смотри, как красиво пошли. Вот этот мне нравится чувак сзади. Надо догнать его. Сможем мы догнать? Вот, блин, а подожди. А ручки у тебя нет. Ты видел, нет ручки? Черный Почему? Потолок, как в Бэхе. Ого, как мы валим. А тут ML ехал. Елки-палки. Так нам справа надо ехать. Это для кроссоверов, блин. Ян. Справа уходи, обгоняю, режь. Как потом вытаскивать друг друга будем, слышишь? Так так едем пока. Кондиционер можешь включить? Нет. Сняли. Украли или что? Не знаю. А дворники работают? О, застрял, кажется, застрял. Хрен он застрянет. А эти омывателя нету? Нету, кончился. Офигеть, вообще ты не подготовился. Не, нифига так, интересно. Ёханый бабай. Ого, что он творит? Ты шо? Федя, как ты там? Сложно. Сейчас покажу вам Федю. Вот мы тут, ёлки-палки. Он сзади с камерой. Ты там сзади что-то видишь? Там человек сзади, Ян. Бывает. Ян, там человек сзади. Человек, ты здесь? Я здесь. Блин. Тихо, тихо. Ёпта, как прикольно, пацаны, я вам кричу. Слышишь? Нет, он говорит, что Нива это машина, о которой он мечтал всю жизнь, я понял, по его первым метрам. Блин, тут Прада объезжала эти лужи. Что за джиперы пошли? Да не, ну это не серьезно вообще. Это не серьезно. Это вообще как-то не серьезно. Никто не может застрять даже нормально. Что за люди вообще? Что происходит? Газу, колеса небольшие, хватает. Аж бегом, ничего не ломается. Да нет, тут уже не застрянешь. А, я вообще нет. Тут лайт. Тут лайт уже. Тут лайт. Где? Леха после Луаза просто в диком восторге. Такой машины у него еще не было. Прыгаем назад. Так, едь только медленно, у меня одна рука. Блин, как-то тут тесно сзади. А нормально. А ты в шлеме, слышишь? Вот блин, это... я у егеря так ударился об этот самый об усилитель головой, что я... Сегодня? Да. Может, в яму первую, когда встряли. А, ударился, да? Вообще капец. Я думал, что башку себе разобью. Сейчас с лайта уходим. Так, да? 100 метров, и Нива еще целая. Это... Да не, Нива это... Это капец. Что, седой? Еще больше седины. Седина проступила конкретно. Ты был... Ты был брюнетом, я помню. Так я понял, что она так круто едет. Тут ничего лишнего вообще, да? Фрикционная, да. Да? Ты взвешивал, сколько весит? Не, еще не. Не, ну модная, модная. А цвет кто такой модный сделал? Под тебя делалось, да? Крутяк. Арочки. А что за размер колес? Это 29,5. 29,5? А выглядят так крутенько. Федя, держись, Федя. Блин, страшно просто. Ё-моё, ручки-то нету. Не взялся ещё. Так, подожди, тут авария, тут простой участок, быстро не едь. Ёлки-палки. На
сколько хватает Нивы под тобой, скажи мне прямо, товарищ. Первый раз. Еще не пробовал. Первый раз едешь. А, первый раз ты едешь? Осторожно, там человек сзади. Быстро не едь, мы тут на Кразе ехали, тут накопали. Да я вижу, что мы на Кразе. На Кразе тут Витя ехал, когда он был джипером, помнишь те далекие годы? Весна была, а сейчас лето. О, справа режь, справа хорошая дорога. Да, да. Ты что, блин? Видишь? Ё-моё! Слышишь, блин? Говорил, справа режь, блин. А ты не послушал, поехал влево. Подожди, я выйду, будет легче. Стой, Ян, стой. О, смотри, легче пошла без меня. Еще одного высадить и проедешь. Идет, идет. Идет, идет, идет. Сейчас покормит вас землей. Выехала, без меня легче идет, да? Ё-моё, посмотри, что он там делает. Назад надо дальше. Назад, Ян, назад надо, только назад. Руля вправо давай, назад. Гидроусилителя нету у него, да, наверное? Вправо руль! Вправо, вправо, еще, еще. Ну, бугай здоровый, ему усилитель-то не нужен. Блин, какая правильная машина. Ну, уже почти как МЛ едет, чуть-чуть. Жесткий, жесткий, он задавит тебя в шлеме. Вот эта знаменитая лужа. Блин, бескрайние просторы ее поражают. Смотрим. Идет, идет, прошел. Интересно этот. Артем пройдет, я думаю. Не остановил такси, не остановил. Блин, подождите, я надо для развесовки. А где Федя? Уехал? Ёлки-палки. Ты ж нас забери, подожди. Давай, я тебе буду хоть сиденье откидывать, чтобы тебе легче. Блин, неожиданный поворот. А мы не застрянем? А хер его знает. На первой, наверное, или нет? Она что-то у меня тянуть перестала. Тянуть перестала? Ё-моё. Вот это мы дубасим. Не хватило клиренса. А ну, не, стой, не копай, давай назад чуть-чуть назад, а потом вперед. О, все, хорош, хорош, пробивай. Пробивай, не, на первый. Пробивай. Вот так вот. Так на первой. Чуть, понял, вот так на первой пробивай, хорош, сейчас пробьешь. Нормально идем. Пробьешь, все. Хорошо идем. Блин, красавчик. Не, ну тут пилот очень жесткий, очень опытный. По жесткости и опытности он лидирует. О, тут хорошая лужа. Пацаны, я вам честно скажу, это все от страха. Потому что нету ни лебедки, и есть желание просто домой приехать. Сколько эти колеса стоят? 0,5. Так, следующее место хорошее. Что-то они задумались. Вы будешь выходить? Давай я тебя выпущу, чтобы ты тут не замерз. Не-не, ты проедешь, ты чё? Тут Прада ехала. Тут МЛ ехал на сликах. Тут МЛ ехал, сейчас я протопчу. Ну что там? Что-то не очень. Давай под правой, может, попробуем. Слава, спасай.
Не-не, я не могу. Нужна лебедка. Давай, давай. Вот так и иди. Да не, ну тут детский сад, ё-моё. Тут лайт. Так. Да, что-то протраивает. На первой надо. Блин, это жесточайший пилот просто. Витя по сравнению с ним просто это. Начинающий. Ты же в оффроуде давно же уже, да? Так, как сказать, наверное, да. Четвертый раз или больше? Нет, полтора раза в оффроуде. Первый раз по телевизору смотрел, сейчас... Блин, мне вот этот нравится чувак сзади. Можешь ближе подъехать, чтобы я его снял? Ну, в смысле, он и сам может сняться в любой момент. Смотри. Посмотри, какие этюды дает акробатические, да? Чтоб сапоги он не потерял. Поглядывай, когда он... Ладно, это разминка, короче. Сейчас будет нормальный оффроуд дальше. Да что ж с ним такое? Просохнуть вроде должен. Надо протирать. Протирать, да? Ну, я влажу на Ниве. Ёханый бабай. Нива это... Это зверь вообще. Это просто... Это монстр, а не Нива. Это пилот, это зверь просто. Посмотрите, как он рулит. Какие у него перчатки, блин. Без пальцев. Да. Ох, ёха, ну что было? Телефон улетел. Онлайн улетел. Блин, это мы врезали во что-то. Врезались во что-то. Пойдем посмотрим. Я упаду. Нет, пыль. А ну, подожди, давай я чуть назад столкнем. Ёлки, вот в эту ветку мы только что шарашились. Жестко так. Вот прям по-настоящему. Да? Ну, сандалились нормально. Давай. Чтоб следующее поколение не попали на эту палку. Все нормально. Не, так танкисту в глаз попадет. Давай дальше. Сейчас я ниже опущу, чтоб танкист не пострадал. Не, ну вроде он как бы не слетел. Он же там больной, один пыльник и стоит пластиковая защита. Да? Это у всех не так? Да. Опытные нивоводы. Нивоводы, профессионалы, все, диагноз установили. Так, давай ехать спокойно, мы так далеко не уедем. Мы так сюжет не высосем из пальца. А глянь, зеленый ушел от нас. Давай слева догоняй, обгоняй, врежь всех. Да, 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 да. Да-да-да. Даже солнце зашло после твоего удара. О, зато, слышь, троит перестала. Видно, грязь слетела с этого. Или троит? Да нет, вроде нормально. Педаль только подзаедает. Педаль заедает? Газа. Газа? В открытом состоянии. Ёркады бабай. А я смотрю, что ты как-то едешь так нестабильно. Блин, на какой мы передаче? Включи первую, не мучай машину. Я вообще не понимаю, на чем мы едем. А давай пониженную. А блокировка включена? Все включено. Ух, блин. Смотри вот эти палки, чтобы мы опять не врезались. Опять не нагрелись. Стой, стой, назад. Назад уже сюда. Ой, назад. Только вперед, только. И шаг назад. Субару, я думаю, тут проехал бы, я думаю. Тебе, кстати, на Субару вот эти колеса подойдут или нет? Или у тебя суппорта здоровый? А, у тебя суппорта здоровый. Не-не-не, подойдет. 16-е одевается? У меня диски есть ваговские, они как раз на 16-е. Да я застрял бы уже. Стой, стой. Стой, я застрял, давай назад попробуем. Едет назад? Не а что-то у меня такое... Стой, 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 стой. Давай я выйду. Отъезжать надо. Мы не упираемся. Не, мы тяжелые, надо выйти. Подожди, я выйду, выйду. Я тоже выйду. Подожди, сейчас минус 200 и ты поедешь. Да. Ты сейчас выедешь сам, спокойно. Горький там влево. Я не могу, а у меня так ощущение не тянет. Температура в норме там? Да, вроде.
Коля, значит, не может быть смысл. Нормально дубасит. Подсел. Далеко заскочил вперед. Столкнуть надо. Иди толкай. Он тебя катал в начале по катухе. Иди толкай. Да ладно, не пали сцепление. Я, подожди. Леха, подъезжай. Помоги ему, елки, ну что он один? Да кто он, блин? Я! Не пали сцепление! Все, руля ровно, скажите, да он идет. Да ровно руль, он идет. Ровно поставил. Сейчас я иду, давай вдвоем. Этого хрен заставишь работать, блин. Чуть-чуть вперед и назад надо, чтобы он выскочил. Все нормально. Еще. Еще назад. Нет, не надо. Тихо, с разгона он заскочит сейчас. А куда с... Давай. Зайдет на вперед, заскочит с разгона. Да перескочит, давай. Давай попробуем справа. А там оба колеса крутятся. Федя, оба колеса крутятся. По-разному. Правая крутится и туда. Крутятся оба. Я, все, сцепление горит уже, не надо. Да? Да. Паривает на него просто, что он не едет. Ни хера себе не едет, дубасишь он вообще. Бывает, не едет иногда. Колеса, конечно, слышишь? Колеса тебе... Блин, у меня на работе лежат колеса. Если мы тебе колеса поставим тебе, то ты проехал бы тут вообще везде, еще бы тягал бы. Не, с квадрика. С квадрика. 14 у меня лежат, 29,5. Она лезет. Вил у него, как утяжелено все тут внутри. Очень. Я смотрю, тяжело как-то идет машина. У тебя как у... Ёлки, слышь, у меня слезы на глазах. У меня, помнишь, была такая стропа? Кразом ее разорвали. Она 10 лет со мной была. Я берег ее, не рвал. И все. Что ты, что ищешь? Еду или? Шаттл у меня большой. А, большой, этот не налезет же, да? Механически. Пошел в обход. Это же не твои методы, ты раньше прямо всегда шел. Добро пожаловать в клуб. Да. Лень, куда? Ого, ты обходы делаешь. Нормально? Как вроде охраняешь что-то. Доктор сказал, надо ходить, вот и ходим. Да, и Чапкис говорил так. А, кстати, умер Чапкис, да? Да. Вот недавно буквально. Да. Все, едем. Чапкис умер. Ну ничего. Дай бог всем прожить 91. Да, ну, ох, ё-моё. Нива тащит Ниву, причем легко. Не-не, там не будет. Не, там не глубоко. Слышишь, после этих слов я как всегда знаю, да? По лайту едем. Так, 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 так. Блин, ну мы, конечно, идем жестко. А уже два там стоит, видел? Где? Человека на бампере. Угу. Какой-то по эмэловской траектории детской. Или нет? Ага, тут уже. Видел мягенько? Мягенько по лайту. И нормально идет. Вроде мотор нормально заработал, да? Ну, вроде да.
сцепление, мне кажется, что-то то ли грязь набрало. Больше набрал, на первое едь просто. А да. Не, у меня сцепления нету, блин, у меня еле-еле. Сейчас прочистится. Нет, красные это тормоза. Не, красная это блокировка. А у тебя поменено? Да. О, все, подсохло, поехало. Сейчас промоется там нормально, там хорошо. А не, мы там встанем, я оттуда не вылезу. Вы что, ребят, прикалываете? Да проедешь тут по краю, я тебе сейчас расскажу, как ехать. Тут легкая дорога, я не бойся. Я тут ездил 300 раз. Фары выключат. Фары горят. Да никто там не светит. Как не светит? Не светит. Не, я сюда не полезу, не. Вы что, прикалываете? Я уже без сцепления почти. До свидания. Да не, едь спокойно. По левому краю. Где? По левому. По левому краю? Да. Супермен, ты ж фалайту хотел. Я за. А, так ты ногами хотел? Да не, ну нормальная дорога тут, смотри. Это мусор выбросили, дебилы. Да вон там мелко, посмотри, человек идет. Ян, смотри, он там идет вообще по ровной. Ты видишь? Артем! Это... Тебе стропу уже кидать или еще подождем? Кидай. Это лайт. Это тот, кто кричал, да? Давайте по лайтику. Да, без лебедки. Да. Не, ну мне сейчас нормально, я хоть потестил чуть-чуть. Я ни разу еще не взял. Посмотрим, что там. Не, ну интересный оффроуд сегодня. Блин, какие-то боязливые на Нивах обычно такие более отбитые люди, но боятся воды, видно, или плохо плавают. Да, тут, конечно, блин, где моя блокировка? Я примерно знаю, где она лежит, так позарастало все. Где-то здесь лежит, надо будет найти. Вот переезд. Под да. Тот край и под тем краем пошли, да? Переезд, да. Ну, они что-то очкуют оба уже. Артем! Вот тут под правым спокойно ну, можно хорошо, идти. Да. Блин, нет, залупазла, я бы показал, как надо ехать. Ну, короче, очканули. Включили заднюю. Деморализация полная пошла. Не знаю. Такого позора, конечно, еще не было, чтобы тут на несложном участке. На несложном участке очкануть непонятно. Так, тут сцепление уже тю-тю. Вот он решил вернуться, он вернулся к нам. Он вернулся, подожди. Сцепление, сказали, должно... Должно починить. Нет, так запаха не было, в том-то и дело, понимаешь? Я понимаю. А все уже жестко работает, слышишь? Нет. Бачишь, оно даже не... Так нет, ты не газуй, чтобы не горело оно. Так оно не работает, его нет. Кирпич такой тут.